Всем привет! Сегодня очередной выпуск. Покажу, как заготавливаю лед. Так вот, открываю морозильную камеру. Это полностью морозильная камера, все. То есть изначально у меня здесь вот то, что я вытащил, это отдельно стояли стаканы. Снег, который остается в морозильной камере, его довольно много, тоже его можно срезать острым ножом. Таким образом у нас все идет в нужное русло. Итак, градусник показывает 5 градусов. Наихудший сценарий реализовался. Думал я все-таки, что будет хотя бы 3-4. Может быть, думал даже 1 градус будет. Все-таки уже не лето. Но вот он 5 градусов показал. Поэтому сейчас я для бодрячка немножко кофейка допиваю. Это для смелости. Могу посоветовать. Он подстегивает нервную систему и дает вам первый импульс, чтобы залезть. Горячий кофе хороший. Я иногда прибегаю к этому методу. Особенно если давно не окунался, то страха больше. Соответственно, надо чем-то себя согреть, чем-то себя подстегнуть. Вот кофеин с этим справляется очень хорошо. А я думал, больше льда будет. Он обычно градусник стоит. Ну ладно. Ничего, 5 градусов тоже хорошо. Ладно, погнали. Секундомер включаю. И хорошо, уже чувствуется, что я давно все-таки это самое сложное — корпус. Видите, как дышу сразу? Хорошо. Организм сам подсказывает, как правильно дышать. Хорошо. Так. 5 градусов держится. Так. Потом максимально расслабляемся, стараемся расслабиться. Мы не боремся с этим холодом. Это главное. Это помощник. Если утром неохота вам на работу, то вы залезаете в ледяную ванну. А если вы не хотите лезть в ледяную ванну, то значит, вы хотите на работу. Для себя такую формулу я вывел сегодня. Потому что после ледяной ванны вы захотите сразу, у вас новые силы появятся. Творческая фантазия заработает. Все, в общем, включится. Гормональная система включится. Вот.
И поэтому одни плюсы от этой процедуры. Только лишь залезать страшновато всегда. Но этот страх будет преследовать любого человека до конца жизни. Потому что все-таки мы не рассчитываем на то, чтобы лежать в ледяных ваннах, скажем так. Это стрессовая ситуация. Это именно когда человек выживал, да, в древности. У него как раз включались все эти механизмы. И вот, допустим, сейчас я уже себя более-менее нормально чувствую. Мне не холодно, я привык. То есть организм сработал как надо. И у вас так же будет, если вам кардиолог или какой-нибудь другой врач не поставит ограничения, да? Ну, на закаливание, на то же самое закаливание зимой же. Все же в крещение ходим. Так что тут серьезные должны противопоказания все-таки быть. То, что я говорю, то, что пульс увеличивается только когда погружаешься, потом все восстанавливается. Да и то, если вы трусцой бегаете, все равно у вас больше-то пульс, чем... Это значение ж не поднимется, 150 ударов где-то будет в среднем, если не меньше. Ну вот сейчас скоро 5 минут будет, потом коленки обязательно надо опускать. У нас там часто воспаление уже в таком возрасте бывает. Колени, все эти суставы, а холод он убирает воспаление. Почему еще с советских времен компрессы холодные все делали? Вот. Да и сейчас официальная медицина признает этот метод от ушибов там различных. Советуют именно компресс такие делать. Так. Вот оно сейчас уже чуть-чуть побольше, где-то градусов 7 нагрелось. О, вот так вот коленки. О, прекрасно. Приходится порционально закаляться. Сначала торс, потом ноги и, возможно, в конце голову. Ну, вот такая емкость. Мы должны в этой емкости все свое тело закалить. Постараться как-то. Такие ванны остались нам в наследство от советского времени. Что же делать. На самом деле, когда лежишь в ледяной ванной, не хочется ни разговаривать, ни много о чем-то думать. Это именно релаксация идет. Человек отдыхает. Но мне нужен был контент. И он больше даже, может быть, не мне нужен. Он людям нужен. Тем, у кого заболевание есть, он вдвойне нужен, этот контент. Особенно если у кого-то какие-то психические, психологические, да, есть сейчас неврозы различные, да. Я не говорю, что надо избегать психологов, но вот именно чтобы все свои гормоны привести в баланс, холод всегда поможет. Хотя бы он частично, он свою роль выполнит. Потому что когда человек попадает в такие условия, ему необходимо выживать. Чтобы человеку выживать, мозг должен соображать на максимальных своих значениях. Соответственно, наши гормоны в таком сочетании, да, вырабатываются, чтобы человек знал, какое правильно принять решение. Да, это если у вас случилось какой-то эксцесс. А если в обычной жизни, в тепличных условиях, вы залезаете в ванну, вы просто потом лежите, и следующий час, допустим, вы просто думаете, а как вам завтра спланировать свой график, да? И намного более продуктивно у вас это получается. Так что, так, в этот раз все. Да и не сказать, что замерз особо. Почти 8 минут, но это с коленками. Так-то меньше. Я сейчас
полностью вытрусь потом, потому что надо, чтобы на камеру было запечатлено, как я голову отдельно опускаю. Вот, видите? Три раза. Торс, ноги и голова. О, как хорошо. А теперь можно вытираться. О. А дальше идти делать свои дела можно. Дальше можно идти делать свои дела. Или ничего не делать, как я сейчас буду лежать. Ничего не делать. О. Всем счастливо, всем пока. Здравия. Закаляйтесь обязательно.